Всех приветствую на канале «Занимательное музло». Ну что, друзья, у группы Крипто вышел еще один сингл, который называется «Trail of Traitors», и на него уже сняли официальное видео, сняли на него клип, и сегодня я предлагаю вам вместе со мной его посмотреть и, собственно, послушать песню. Да, у группы совсем недавно выходил сингл, который назывался «Lord of Ruins», и я делал на него реакцию, и я был просто в величайшем восторге. Это было прям что-то, и я с огромным терпением жду альбома, который уже заявлен и выйдет 4 августа 2023 года. Кстати, вот как только на ютубе вышло видео с синглом «Trail of Traitors», то я его себе сразу же добавил, но мне потом уже и в личку успели понакидать, уже ребята и на стриме успели обсудить, уже и в телегу его закинули. И судя по обсуждениям, я так понял, что этот сингл зашел не так хорошо, как, например, «Lord of Ruins». Да, и вот по поводу телеги хочу сказать, что телега сейчас жива. Собственно говоря, в телеграм-канале я регулярно публикую какие-то посты и принимаю участие в диалоге в чате. Поэтому можете смело переходить по ссылкам и принимать участие в общении. Ну что, а теперь давайте посмотрим, собственно, само видео. Ха! Прям пахнуло интрухой Evil Dead от группы Dead. А это уже какой-то прям Morbid Angel. Domination альбом. Ну, до этого, который был проигрыш. А вот это все уже каким-то обичили отдает. Наверное, альбом The End Complete какой-нибудь. Да-да-да. Ну, прям круто. Кстати, видеоряд знаете, что напоминает? Ведьмы из Блэр. Первую часть. Помните, когда они в конце фильма по подвалу уже бегали? И чувак лицом к стене стоял. Нет, это очень круто, очень круто. Не знаю, что ребятам могло не понравиться. Пока что это ничуть не хуже, чем World of Ruins. Вообще кайф. Кажется, девушки, которые делают соло-партии, отлично понимают, что они делают. Здесь настолько все круто и органично, настолько в вокал Фернандо классно вписывается. И в материал, в саунд. Это здорово. Это очень здорово. Опять скажут, что мне группа денег занесла за рекламу. Классно сделано, кстати, как будто ощущение такое складывается, как будто все снято вообще одним планом без склеек. Что они играют в разных комнатах этого подвала или какого-то там строения, наверное. И камера с фонарем просто по этим комнаткам летает. Просто когда появляются какие-то черные моменты, возможно, там есть склейки, вот как, например, сейчас, но в целом это выглядит очень здорово. Отличная идея. Да, и Фернандо рожи гримасы корчит прям как надо.
прекрасный Силикин. Кстати, там такая прикольная повешка была, прям олдскульная. Без такого насыпания гороха в котлы. Именно по олдскулу. Прямая. Да это просто охренительно, я теперь еще больше жду альбом. Ребят, то, что вы думаете по поводу сингла Trail of Traitors и официального видео, и, собственно, что думаете, каким будет альбом группы Крипт, обязательно пишите в комментариях. Очень интересно ознакомиться с вашим мнением. Ну и все, увидимся с вами в пятницу, не забывайте про телегу. Пока!